Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня будем делать обзор на Лего из Китая. Как я уже проводил распаковку на своем канале, теперь спустя некоторое время, а это, наверное, примерно в облегченном варианте полтора дня, мы сложили все-таки Лего вместе с нашим хозяином, так сказать. Поздоровайся. Привет! Ну скажи, Артем, что для тебя было самым сложным в собирании этого Лего? Самое сложное для меня было собирание этого Лего – прицеп. То есть я не мог, я все там путал, я не мог его собрать. Но потом мне помог мой брат, который сейчас сидит за телефоном и снимает это видео. Хорошо, скажи, как детали скреплялись? Легко ли было? Ну, по сравнению с оригинальным Лего. Оригинальное Лего было очень легко скреплять детали, но тут очень тяжело. Но все-таки тебе понравилось или нет? Да. Понравилось, потому что очень много деталей. Да. Хорошо, что еще тебе? Какие эмоции испытываешь? Все не дождешься, да, когда будешь делать свои конструкции, да, свои детали, свои да, прицепы? Ну, после обзора я думал думал построить новую машину, думал построить новый прицеп, не полицейский, а зерновоз там. Ну, у меня есть планы на это Лего. Хорошо, теперь немножко скажу я. К этому Лего прилагается инструкция без каких-то пояснений на русском языке, только все в картинках. В принципе, смотря на это все, можно легко построить именно вот эту вот конструкцию машины, прицепа, дома. Что касается комплектации, то знаете, что я вам скажу? Все хорошо, но вот в прицепе, допустим, да, не хватает одной детали. Одной детали. Это вот эта вот деталь, и тут еще одна деталь. Да, по этому поводу мы сделаем диспут продавцу. Ну, в принципе, это не критично. Может быть, да, даже и не будем. В принципе, это незачем делать. Но хотя все равно, почему бы не указать на его ошибку? Пускай, если другие люди будут заказывать именно это Лего, или другое, пускай как-то более ответственно относится к этому делу. У прицепа поднимаются прицепе вот эти двери с двух сторон. Вверху есть такие зажимы. Далее здесь у нас есть отсек для инструментов. А тут отсек для вот этих вот штучек. Вот. Да, только открывается. Угу. Так, мы это рассмотрели. Что хочу сказать по поводу качества Лего. В принципе, Лего ничем не отличается от оригинала, мы уже сравнили, в принципе, да? То есть только единственное отличается маркировкой. Вместо Лего оригинального тут написано, как я уже говорил, на английском языке... Кейзи, да. Все детали промаркированы Кейзи. Так, что касается запаха, то после... Шины очень сильно пахнут, так что лучше их не нюхать. Дело в том, что когда долго доставлялись детали, да, то, допустим, вот резина китайская в полиэтиленовом пакете, в упаковке, очень, конечно же, там все запахи собирались, и после так, как мы открыли в Беларуси этот пакет, естественно, весь запах вышел наружу, и просто, да, сильный очень был запах резины. Как там в Лего поступали детали, может быть, они в картонной коробке, и колеса эти просто лежали, я не знаю. Так, в этой модели есть еще мотоцикл, автомобиль и такой вот небольшой долик. В общей сложности... Дом я сам строил, не мог его построить никак, но потом папа мне сказал, я построил и гулялся. Помимо всех конструкций, вы знаете, есть Лего, которое... все детали настолько большие, что, в принципе, собирать его особого труда нету. Но здесь же почему-то молодцы китайцы продумали, даже вот вплоть до лопаты, все разные антенки. Артём, вот это что такое? Это видеокамера, чтобы снимать, кто преступник, кто заезжает через шлагбаум там. Ну, это видеонаблюдение. Да, вот вплоть очень много мелочей. Также человечек, все тут открывается, закрывается, расы, тарелки. Молодцы, не пожалели, когда я собирал Лего, да, остановился на полпути и думаю,
Китайцы все-таки, наверное, не проводили плановые тесты, не собирали вручную. А дело в том, что без верха, да, прицеп просто разваливался в руках, можно так сказать. Но после того, как собираешь верх, то чувствуется уверенность в, то есть в конструкции, в детали. Без проблем, наверное, можно эксплуатировать, зацеплять прицеп и ездить. То есть... Ну, Артем, ты доволен Лего вообще? Да, доволен, только... Ну, у тебя такой машины же раньше большой не было. Ну да, мне моя сестра двоюродная привозила только... С Америки? Да, с Америки Лего. Ну и что там? Там такое маленькое Лего было. В общем... Бетоновая мешалка. В общем, дорогие друзья, и то было с Америки маленькое Лего, но с Китая за такие деньги мы получили... И остались, мне кажется, довольны. Если же ваш ребенок будет какие-то испытывать трудности в собирании, то я думаю, что без проблем вы можете ему помочь, и потом он будет играть, мне кажется, в одно удовольствие. Несмотря на то, что, подведем итог, детали плохо собираются, тем не менее, собрать можно, все сидит крепко, запаха явного нету, и в принципе все. Это видео больше рассчитано на то, что я как потребитель остался доволен этим китайским Лего под фирмой Кейзи. Ну, только если вы в первый раз берете машину, она у вас будет вот так вот качаться. Если вы ее перестроите, чтобы и она у вас будет... Держаться крепко. Друзья, поясню. Сначала собрали кабину, и она, как я собирал прицеп, болталась. Она плохо держалась. Она вот так вот болталась. Но после того, как заглянули в инструкцию уже более да. внимательно, то все исправили, и все держится крепко. Что ты еще хочешь сказать? Я сам один делал эту машину, потом почувствовал, что я не так ее сделал. Пошел за стол, сел и взял Лего и сделал машину. Хорошо, Артем, сколько тебе лет? 8. 8 лет, да? Как думаешь, младше тебя дети легко соберут это Лего? Нет. Будет тяжело им? Да. Тяжело почему? Тяжело скреплять детали будет? Или же тяжело будет построить саму эту большую конструкцию? Я уверен, что они и в том не справятся. Да? Ты у нас такой сильный. Ну ничего, давай пожелаем им удачи. Все-таки терпение и труд, все перетрут. Все, спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока.